В этом видео мы рассмотрим цикл while. Итак, давайте создадим отдельный класс new java class while. While можно перевести как до тех пор пока, как-то так. Итак, пишем ключевую фразу psvm public static void main. И далее, давайте, допустим, у нас есть такое условие. Пользователь вводит какое-то число на экране, а далее, начиная от этого числа, выводятся все цифры до 50. То есть, если пользователь введет 45, то нам надо, чтобы на экран вывелось 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ну и так далее. То есть, первое, что нам надо, это чтобы на экране отобразилась надпись «Введите число». Менее 50. Далее мы получаем это число и сохраняем его в переменной A. New scanner systemin.nextInt. Так, и далее мы пишем ключевое слово while. Опять же, тут в круглых скобочках у нас проверяется какое-то условие, а в фигурных скобочках выполняются какие-то действия. То есть условие. У нас число A должно быть меньше либо равно 50. И тогда мы выводим это число на экран. То есть systemoutprintln. Выводим число A. И далее мы эту A переменную увеличиваем на 1. A++. И давайте запустим и посмотрим. Введите число менее 50. Давайте введем 45. И у нас вывелось на экран 45, 46, 47, 48, 49, 50. Запустим еще раз. Введите. Давайте введем минус 15. И что у нас произошло? Вот начиная от минус 15, постоянно мы увеличимся на единицу. И в результате получаем 50. Можем себе усложнить задачу, допустим, вывести на экран только четные числа. Ну как это можно сделать? Можно сюда добавить вот такое условие. Если какое-то условие, то мы выполняем какой-то код. Какой-то код это мы поместим вот это вот сюда, вовнутрь этого условия. А тут мы напишем, если делить на а без остатка на 2 равняется 0. Давайте запустим и просмотрим. Введите число. Давайте введем 41. Угу. Вот тут, конечно, вот это надо вывести за скобочки. И давайте запустим. Опять введем 41. И видим, да, у нас вылез 42, 44, 46, 48, 50. Почему вот это А надо было вывести за скобочки? Допустим, мы ввели число 41. Вот давайте я помещу здесь. Проверяется 41 меньше, чем 50 меньше. Значит, код переходит сюда. Далее проверяется 41 поделить на 2. Вернее, остаток от деления на 2 от 41 равно 0. Нет, потому что 41 разделить на 2, остаток будет 1. И, соответственно, вот это условие не выполняется. То есть A++ у нас не увеличивается. А если мы его вырежем отсюда, а вставим сюда, то как у нас будет действовать программа? Проверится условие вот это, если а равно 41, перейдет сюда. Далее проверится условие вот это, оно не выполняется. И здесь уже 41 плюс плюс 1 сработало, стало 42. Программа вернулась в начальную точку. Опять проверила это условие, оно выполняется. Проверила это условие, оно выполняется и вывелось 42. И так с каждым разом. Вот такая вот простая задачка. Мы ее
решили, вывели все обычные числа и вывели все четные числа. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока.